лохматый пес. Ведущий одевает шапку мохнатого пса и садится в укромное место. Вот где я стою, он сюда садится, и ребята говорят такие слова. Вот сидит мохнатый пес, лапы свой уткнувший нос. Нет, кто дремлет, нет, кто спит. Подойдем к нему поближе, разбудим и посмотрим, что же будет. После этих слов пес просыпается и догоняет всех детей. И кого он догнал, садится на его место. Тихо! Нет, 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 нет,